Медиа-неделя Подмосковья по традиции началась с вручения премии имени журналиста Виктора Мельникова, профессионала, чье имя уважают и ценят в мире средств массовой информации. 11-я церемония награждения состоялась в Раменском. Здесь жил и работал сам Виктор Анатольевич. Здесь по сей день работают его коллеги и друзья. Именно они продолжают дело, поддерживают журналистов и сотрудников СМИ Подмосковья. Эта региональная общественная премия учреждена 11 лет назад, и получили эту награду 157 журналистов радио, телевидения. При этом остается главный смысл этой премии – награждать тех журналистов, которые своей информационной работой выполняют важную социальную миссию. Рада вам сообщить, что каждая премия – это обязательно открытие какого-то человека. На этот раз открытий было несколько. Краеведы, журналисты, фрилансеры и другие достойные коллеги, создающие, ищущие, добывающие бесценную информацию. Я считаю, что награждать журналистов и получать награды для журналистов – это очень важно. Мы делаем уникальную работу, точечную работу, потому что мы доходим до каждого человека, мы доходим до проблем, мы работаем на общество. Мне также очень приятно сегодня сказать, что, вот, например, Союз журналистов Подмосковья, он лидирует на российской платформе. Только что состоялся форум российской журналистики, и там призовые места, и одно из лучших мест заняло Подмосковье как лидер работы. Передача опыта от старших к подрастающему поколению стала главной темой премии в этом году. Молодежные медиа объединений из Подольска, Жуковского, Егорьевска представили свои работы и своих учеников, начинающих журналистов. Важным моментом церемонии стало награждение в номинации «Развитие СМИ». Ранее отдельные сотрудники уже становились лауреатами премии, но на этот раз впервые в истории премии награду получила целая телерадиокомпания. Это значит, что ваша компания и команда творческая не стоит на месте, что вы развиваетесь. Командой на сцену под аплодисменты коллег поднялись сотрудники Щелковского телевидения, креативный директор Анна Коростелева, инженер монтажа Екатерина Беляева, ведущая программ Лилия Тимиева и оператор Сергей Максимов. В этом году мы впервые вручаем награду целой команде. Вот очень важно, что это командная награда, потому что в этих сложных условиях сделать что-то поодиночке чрезвычайно трудно. Один в поле не воин. И очень важно, что мы как раз обращаем внимание на командное взаимодействие. Большое спасибо за то, что вы делаете. Я на днях, так получилось, посмотрел часть из ваших работ. Это правда очень интересно, правда очень свежо. Это очень стильный, хороший, современный продукт, который распространяется в разных средах, не только в эфире, но и через интернет. Очень достойно это все представлено на сайте. И мне бы хотелось пожелать вам и попросить вас, чтобы вы не растеряли вот этот вот азарт, хороший творческий поиск, и дальше радовали и жителей города Щелково, и всего Подмосковья. Победа целой команды – это настоящий триумф. За этой победой стоит труд, творчество и высокий профессионализм. Несомненно, премию имени Мельникова получили лучшие из лучших. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.